алейкум, азиз телесерджилер, хабирлер вахты, студия домен, алимек, айбулаева, чалшан, вешимдыкы, садка, бойле, малимат. Кырымда ильк кырым татар ватан седасы радиосы оз бірінже доған күнуну қайдетем. Эң гузел тезиялар Ахмеджитте пневматика заводында топланды. Кезлевде қырым ресамларының сергісі ачылды. Ярын Кырымға Русия президенті Владимир Путин келеджек бақта Кремльнің матбуат хызметі хабаретті. Девлет башы эсас объектлерінің құрыжылығынам. Яны Кырым Копыр Ахмеджит Ава лиманның яңы терминалы. Сонрақ ярына зерет етежек. Кырым башы Сергей Аксенов Ярмаданың сәкенлеріні Русия Федерация президентінің сайлауларында штрак әтмеге чағырды. Оз видео мұражатында елбашчы қайдетті ки сайлауларда штрак әтере Кырымылар тек девлет лидері үчін дегілде, Ярмаданың бұттун лейнке шафы үчін ребере джеклер. Хатырлатамыз президент сайлаулары мартның 18-інде. Кырым Русия ле бірлешкенің 4 елығы күні кечежек. Кырымылар ілк сефер девлет башыны сайлайжақлар. Президент 6 елға сайланыжақ. Голосуя на выборах президента, мы голосуем за Крымский мост, за новый аэропорт, за новые дороги, электростанции и предприятия, за новые школы и детские сады, за современные медицинские центры. Мы голосуем за достойные зарплаты и пенсии, за новые рабочие места и широкие возможности для нашей молодежи. Участие в выборах президента – не только наш гражданский долг, но и долг благодарности России, которая спасла наш полуостров от ужасов гражданской войны. Кырымыларны президент сайлауларында бір сыра яңылықлар беклей Букаиба махсус бюллетенлер видео незарет олар эр сайлау ноқталарында олачақ. Энді 1206 сайлау участкалары азыр. Бұ 1164 дайми ве 42 ноқта вақтынжа болынған гражданлар олған ерлер. 60 бинге яқын инсан оз қайдетілген ерлерінде рейбер мейджеклер, олар болынған ерлерінде граждан боржыны бежережеклер. Территориальные избирательные комиссии подано было заявлений 6668, в многофункциональные центры 6790, а с 25 февраля по 12 марта такие же заявления можно было подать в любую участковую избирательную комиссию на территории Республики Крым. 45639 избирателей воспользовались новым порядком и подали это заявление непосредственно в участковых избирательных комиссиях Республики Крым. Приписалось к территории Республики Крым, то есть подали заявление на территории других субъектов Российской Федерации о том, что эти люди будут голосовать, будут 18 марта находиться в Крыму и проголосуют здесь. Это около 40 тысяч. Бюллетенлер экі фарклы олачақлар, яны ади рей сандығы ве махсус КАИП автоматик комплексы. На всех остальных избирательных участках, где не будет использоваться КАИП, будут вот такой вот бюллетень. Вы видите, он в длину больше. Зеленая тангирная сетка у него на лицевой стороне. Разъяснение о порядке заполнения избирательного бюллетеня на трех наших государственных языках Республики Крым, русском, украинском и крымско-татарском. Специальный знак марка, печать участковой комиссии, две подписи. Это вот та защита, которая предусмотрена законодательством Российской Федерации. Кырымның сайлау комиссия азалары ОБСЕ незаретчілеріне президент сайлауларының ачықлығына айдынлатмаға азырлар, ама халқара незаретчілерінің қайдетілмесі ЦИК үчін прерогативадыр. Боқта Кырым сайлау комитетінің рейсі Михаил Малышев хабер етті. Украина кеметінің қанунсызлығы Ақтайсе білдіруілеріні мефсім ағырлашмасы іле теңіштірді. У некоторых вот политиков, особенно вот этих неудавшихся крымских политиков, типа Сенченко, Чубарова, там, Джемилева и так далее, им нужно показывать свою какую-то необходимость, напоминать о себе, что они есть, существуют. И вот поэтому они вот эти вот все, так сказать, иногда перлы высыпают. Это ровным счетом никак не повлияло на подготовку выборов к 18 числу. И ровным счетом никак не повлияет и на выборы непосредственно на единый день голосования 18 числа. Кырымдаки ильк Кырым татар ватан седасы радиосы оз бірінже доған күнін қайдете эрші неден башланған еді ве радиошымды насыл челшмақтам. Бізім не бетекелев қамызда.
Ватансияда сыдалғасында бұлынасыныз, достлар. Тамам бір йыл әвел, саба, сат едіде диджейнің сілемлашуыны бірінші сефер FM далғаларында ешіттілер. Ватансиядасы әр күн 24 саат Қырым татар тілінде бутун ярмадаға яйынлай. Именно здесь диджей радио Ватан Седасы выходит в прямой эфир. Для того, чтобы пообщаться с радиослушателями, нужно поднять фейдер, сделать громкость на полную, и нас слышит каждый автомобилист в Крыму. Ватан Седасы, Бупарлахве, Аджаип, диджейлер, олар бутун кунны, музбет дуйгуларнен, везевх или толдуралар, хабирлернен джидди алы барыджылары, ве эңэсасы музыканы бағышлаған сес режиссерлары, ве музыка муарері. 99,5 далғасы. Шар қоқысынен радио сыдыр. Мында әр вақыт чоқ мирақлы рубрикалар, викториналар, бұтын Қырымдан келген мұсафырлер или субетлер. Емді әрші Қырым татар тілінде. Ойз доған күніні Ватансиядасы радиосы ең яқын радио дүңлейджілерінен қайдетем. Біздің планларымыз бұйықтыр. Яни, қысметесе апрель айының соңына қадар біз Қырым ярмадамызны 80% қаплап алыжамыз. Яни, әр бір машинада, әр бір евде радио Ватансиядасы қаплап алажақ, ве радио Ватансиядасы Қырымның гүр сесі адынажақ иншалы. Радио дүңлейджілер сымарлаған ерні оператив шекілде салмақ үчін әрбір диджей әзберден бұтын плейлистіні біле. Бұй се бенглер же ерлар. Мираклы бір факт. Радио ведущий на сцене, зрители в зале. Такой бывает только раз в году. День рождения радио Ватансиядасы. Не только услышать, но и увидеть любимых исполнителей. Сегодня пришли сотни зрителей. Қырым татар театросының салонында керчек мухлислер топландылар. Бір ел девамында радио керчектен де қырым сәкелері үчін доғмыш олды. Бек мен мұны қуанам, чүнке біздің әвелкі дүркілер, махамлар, о, бек юрекке яхшы лайық. Сағ олыңыз. Доған күннен қайырлаймыз. Ве бұ радио Ватан Седасында ішілеген яш несіліміз. Оларға бүйіктен бүйік мұғафақиетлер, яңы-яңы рубрикалар ачысынлар, біздерін қуандырсынлар. Қайырлы яшылар олсын, Ватан Седасы. Радионы бұ самими күннен Дәвлет Дума мебусы Руслан Бәлбекті қайырлады. Радио дүңлейджілерінің севгісіні векеледжекті яңы мұғафақиетлерге ирішмеге тіледі. Радио Ватан Седасы, будучи культурным рупором крымско-татарского народа, войдет не только в каждый дом, не только будет звучать в каждом автомобиле, но и сумеет войти в сердца каждого крымчанина. Вот и станет действительно вот окном в крымско-татарскую культуру. Ватан Седасы радиосының муабет командасы өз ішіні севе. Яқын бе әркезге ачық олмасы үчін чалыша. Во-первых, хотелось бы поздравить всех сотрудников радио Ватан Седасы с годовщиной. Этот год был сложный. Мы завоевывали своих слушателей, занимали свое место в нише. Мы подготовили для них хороший подарок. Это будет запущено приложение Ватан Седасы для на андроиде и для телефонов Apple, на которых они смогут слушать в любое удобное для них время наше радио Ватан Седасы, смотреть топ, заказывать интересующие их песни для трансляции на радио. Біз өз іждешлерімізні қайрылаймыз, әр вақыт далғада олмасыны тілейміз. Әлбеттеке тоқтатылмаған бақ, кувет ве яқшы сез. Йолда кетмек сызылы, әр вақыт хош. Султаниста Кайва, Арзы Хасянова, Ирвин Миралиев, Алишар Алимов, Миллет үчін. Блокчейн технологиялар иш адамларының иқтисади яшайышқа кірсетілуі, криптовалюта, блокчейн, майнинг, Қырым Жумхурет иш адамларға қол тұтқан фонд жумхуретіміздің иқтисадин кешафынен бәрәберлікте яшыларнен көршуф кечірділер. Бұ афта экспертлер рақамлы параларына музыкереттілер. Бұ яңы технологиялар амилиятқа тек кірсетіле ве әнді федераль севесіне көтерілді. Истисалнен ғурурланов бұ ерде автомобиль истисалның ерлештірілмесі ве снайпер винтовкалары. Эң гүзел тезиялар Ахмеджитте пневматика заводында топланды. Тәфсілятлар бізім левхамызда. Более тезиялар жумхуриет етек екі дане. Бұрысы Ахмеджиттің бұйышханесінде. Таш едамадены кесмек үчін уникаль бір технология бар. Кесмек үчін НСС элемент бұқумнен қарыштырылған суф. О күчлі басымынен беріле. Каждая деталь является уникальной на этом станке, потому что здесь обрабатываются те материалы, которые не могут обработаться другими станками.
Мында маденви алюминий деталер и шлеп чехарла. Олары сесанайнын эр бір сасында ишлетіле. Автомобилерден башлап арбинен екенлене. Эн яхшы снайпер тюфеклеры ичун кундақларыны да мында ишлеп чехаралар. Бу ишханиде олған деталерны қырым сакинлеры эр куйн рас кетерелер. Все бы ездить и на троллейбусах. Вот троллейбусы, открываются двери с помощью пневматического привода. Вот привода пневматические мы тоже изготавливаем для открытия троллейбусов в автобусах. Это такая вот продукция, которую не видно, но слышно. Элементлерны кес мегве и шлевы чун чеши түрлі технологияларнен хуланалар. Заводнын дабыр хуруры бар. Егырым сантиметрлік олған мадены кичик вейнжетілнен кескен тезия. Иш хуюм ве догру. Он все может резать. Детали может резать сложной конфигурации. Вот, допустим, видите, и углы идут, и радиуса, и прямые. Пневматика завода совет бірлігі вақытан берлі чалыша. Ама бірлік парчаланған сон, қиынлықлар башланды. Тек кечкен сене ән яқшы. Бұтын дүнияның көшелерінден яны тезелар кетірілді. Бұ донатмалар үшін миллион доллар масраф етілді. 150 ишерлер ве әр вақыт девлет сымарышлар. Находится в Симферополе, естественно, пополняет бюджет нашего города, работает уже не один десяток лет, и слава богу, что у них все складывается. Завода эн мерахлы вахы олган сөйлене ишханенын мудиры Николай Васильев тушун мебдева берді. Тарих Кырым татарахында. О эн химетли шины сатып, тезия сатып алды. Говорит, вот я хочу этого «Жигуля» продать и купить у вас комплект оборудования для сына, который инвалид, и создать ему рабочее место, чтобы он мог изготавливать окна. Девлет более заводнен, ишханеесе иш адамларнен ве ади гражданларнен гурурлана. Мында эр шей бір мақсаты чын хаплана. Ишлеп чехарла ве инкишаф эте. Энвера Близис, Ферида Якубова, Алишер Алимов, Милет Ичун. Шымды есесами мейшелер ақында қырым ресамлар Сергейге азырланылған үшлерінде оз қорқыларыны ве қуаншыларыны көстерділер. Сергей кезлевде кечті ве чоқ зәретшілеріні топланды. Бізі мұхбермаз Ферида Якубова оз гюнішшілеріні көрдім ве ижеди мұйтке далды. Буевчик ади хурулув дегель. Мэлиф Екатерина Стамова айтаки, эф ресамнын жанына көстере. Оны хурмах үчін пенопласт, полимер балчық, ДВП ве сабыр керек. Мында эр шей бар, пенджерелер, антенна, ве хапулар. Лякин эр бір хапунач мах мүмкін дегель. Тамам олар, яш ресамнын гизли янықлар, корхулар ве арзулар. Открывается только одна дверь, которая ведет, вот, собственно, в само творчество, как бы то, с чем художник готов поделиться вот буквально со всеми людьми. То есть, да, вот мое творчество, пожалуйста, то есть заходите, смотрите, здесь вот мой маленький мир, в который я готова впустить каждого, чтобы вот, чтоб все увидели. На чистоту Адлылейха кечкен елны ноябрь айында башланды. 40-тан зияде ресамлар конкурста иштырак этмек үчін ариза йолладылар. Лекин финалға эпосы чыхмады. Тек 10 адам озынын айры хысымларыны көстермеге жасаретлендилер. Лейханын мойлифы эмилікнен айтаки, Кырымда зиманеви санатха ер бар. Быть просто живописцем, графиком, работать просто у себя в мастерской уже не принято. Мы двигаемся в другом направлении. И чем быстрее Крым это поймет, тем быстрее у нас эти изменения будут заметны. И такие проекты, как «На чистоту», это будет не единичный случай. Это будет, собственно говоря, ряд выставок, которые мы сможем сравнивать и, соответственно, искать где-то достоинства, а где-то недостатки. Ярым елде вамында нам қазанған ресамлар ве дизайнерлер иштаракшилерге эн түрлі ярдым айттелер. Истеген вақытында олар ихтисаси тевсие алдылар. Эпосы иштаракшилер ойз ғайлерны ве фикірлерны ойз гюн техникада көстерділер. Жюри азалары эминлер. Финалға эн истидатлы ресамлар чықтылар. То есть тех 40 заявок, которые были поданы, выбрать тех, кто действительно открывает свою душу, не просто технически что-то делает. Вот. Некоторые работы были технически очень великолепно сделаны, но было видно, что это просто красиво, но души там нет. Иштаракчилернын эшлери арасында жюри азаларынын санат объектлери де тақдим этилди. Кезлевнин сакинлери ве мусафирлери Сергени 29 март күнү кадар сиерете билелер. Тешкилячиларнын эсас максады шундай ки, зиеретчилерге Серги бутек ресимлер дегил олган анлатмақ. Сергі бу айры мойлефнан айры дуниясы. Ферида Якубова, Дмитрий Низовой, Милет Ичун. Келечек Русиялі Қырымға менім иссем серлевалы инша ярышы бойынша ғалиплеріні тағдырледілер. Талибе ве студентлер уч тілде ярмаданың келечегі насыл олажағақта язмақ керек әділер. Конкурс Девле Думаме бұсы Руслан Бальбекнің тешебісі іле кечірілді. Тәсіль ве ілім назерлігінің комиссиясы 328 ішіні тешкерді. Эң гузель язылған сөйлері сечіп алынды.
Основной замысел данного конкурса не только поддержка государственных языков, литературы, ну и, наверное, понять, каким образом видят наша молодежь картину будущего, развития нашего благословенного полуострова в составе великой страны. Вот. И хотелось бы, конечно, самые ценные работы взять за основу. Конечно же, вот уверен, что вот свежим взглядом, молодым, можно будет увидеть, наверное, и заметить то, чего вот замыленным взглядом уже взрослого человека, а тем более чиновника, не всегда приходится возможным разглядеть. Галибе казанганлар пара мукафатына 54 биринчи ер үчүн 100,000 рубле берилди. Экинчи ер 50,000, үчүнчү ер эсе 20,000 рубле болду. Ты заняла первое место среди студентов по лучшему эссе по украинскому языку, и номинал ее 100 тысяч. Довольно немаленькая сумма для студента, как мне кажется. И для меня это очень большая награда, но еще больше награда для меня то, что вот нам обещали, что наши эссе издадут и их прочитают. Поскольку я пишу о волонтерстве, я очень надеюсь, что действительно прочитают люди. И, возможно, этим проникнутся. РИА Новости Крым, Альмат агентлиги ве Крымда МИА Россия сегодня медиа меркезе ОЗ училыгына кайдетем. Бу ярмадада федераль севели олган илкутлеви мальмат вастасыдыр. Тез кейфетли ве агыгый мальмат медиа меркезінің эсас мақсады. Мальмат копыры ярмаданы Кыта ве дунияның бутун мемлекетлері иле бағылай. Благодаря тому, что мы часть большого, очень мощного агентства, информационного агентства МИА «Россия сегодня», мы можем обращаться к федеральным экспертам, мы можем узнать мнение любого иностранного эксперта. Нам помогают наши коллеги во всех странах мира, где присутствуют наши корреспонденты, они работают практически везде. Вот, то есть мы вот такой настоящий информационный мост, мы сообщаем миру, России о том, что происходит в Крыму, крымчанам о том, что происходит как у нас в регионе, так и во всем мире. То есть вот в этом мы видим свою миссию. Земаневи матбуат меркезінде отурмақ үчін 40 ер ве юксек технологик донатмалар бар. Эркун бу ерде матбуат конференция ве спутник в Крыму радиосының эфирінде чешет мусафырлер булыналар. Мы провели очень много и видеомостов, и пресс-конференций, ну, почти 500. И нам есть чем гордиться, потому что такого пресс-центра в Крыму нет. Поэтому мы приглашаем всегда на наши пресс-конференции, на видеомосты наших крымских журналистов, где даем возможность им общаться с нашими спикерами, а также возможность проведения видеомостов, начиная от Москвы и до самых дальних стран. Крымда туризмның инкишафы 4 ел девамында неден үшкен ақта бүгін саат 21:50 Крым перезагрузка лейхасында Арзы Хасенова тариф дейдек. Мы начинаем путешествие по невероятно красивым местам полуострова. Маршрутов много у нас, все разные. Вот что значит окунуться в отдых с головой. Для тех же, кто предпочитает оставаться на плаву – байдарки или каяки, ну а для души – морская рыбалка. Бескрайним небесным просторам Крыма тоже есть что предложить. С высоты птичьего полета открывается другой Крым. Весь мир замирает, все останавливается. Активно, но не так экстремально. Можно отдохнуть на крымских фестивалях. Покорить Крым можно и пешком. Это белая скала или по-крымско-татарски Аккая, ровесница мамонтов и неандертальцев. Это степной Крым, а вот южное побережье. Крым – это любовь с первого взгляда, с первого шага. Сюда непременно хочется возвращаться вновь и вновь. Шымдылык бу эпсы малымат саат 21:30 секележе хабирлер информацион программасына Нариман Тарсинова эле качырманыз. Көршмек үзрее сагылыктен калыңыз.